Всем привет, друзья, это канал Масалим. По работе у нас Renault Fluence. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию 4 дверей. Дверь мы разобрали, краткий обзор. Видите, задняя дверь, такой небольшой кусок вибра в верхней части. И на этом все ограничено. Передняя дверь проклеили уже первым слоем, всего будет 3. Эти максимально обрабатываем поверхности. Все тщательно прокатываем валиком. Смотрим дальше. Так, друзья, заканчиваем клеить шумоизоляцию в дверях автомобиля Renault Fluence. Проклеили мы второй слой вибропласта на внутреннюю сторону. Передние двери проклеили заключительный третий слой шумопоглотителя. По правую сторону идет сборка. Сейчас соберем обшивки, доклеим один слой и отдадим автомобиль владельцу. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!